Надеюсь, меня слышно. Громче сделаю. Да, сегодня вышла к вам в лайв. Коротенький лайв. Хочу просто пояснить по поводу нашего Body Mission Challenge. Да, чтобы вам было более понятно, что это такое. Потому что знаю, что есть люди, которые понимают, о чем идет речь, которые пробовали продукты. А есть люди, которые не понимают, о чем я говорю и что это такое вообще. Поэтому хотела сегодня для вас, для всех, да, объяснить, что Body Mission — это у нас такая программа на 28 дней, рассчитана для похудения, да? А в саму программу Body Mission входят продукты для похудения, да? Которые я сейчас объясню, что там. Туда входят супы, шейки, коктейли, да, которые вы можете делать сами дома, да. Входит мюсли. Можно на завтрак. Я, допустим, на завтрак мюсли кушала. И входят также батончики, такие небольшие, сладкие, которые тоже, в принципе, как полноценный прием пищи может считаться, да, потому что эти супы, коктейли, ну, не только вкусно, это правда вкусно, очень супы и коктейли, но и, несмотря на то, что малокалорийные, да, они довольно-таки сытные, да, и в наши супы, и в батончики, и в коктейли входит целый прям набор, ряд витаминов и микроэлементов, которые как раз-таки очень-очень полезны и очень необходимы, когда человек худеет, да. Из супов у нас есть три вида. Это томатный, карри индийский и картофельный. Я сама лично для себя брала карри индийский, и мне он безумно понравился. Еще понравился моему мужу. То, что он говорит: давай ты такой будешь суп сама делать. Я говорю: зачем, когда можно будем еще взять, да, и кушать. Из коктейлей у нас есть ванильный, который я брала, латте макьято, есть шоколадный, а есть с клубникой, и сейчас у нас еще новый появился, с манго, да. Вот, я сама для себя брала ванильный и латте макьято, и мне тоже очень-очень понравились, очень вкусные коктейли и сытные. Так, это что касается коктейлей. Также в набор Body Mission входит ProBalance, то есть у вас будут дополнительно к супам, коктейлям, да, а еще мюсли, да, мюсли, кстати, я тоже брала мюсли. И у вас входит ProBalance. Это минералы, которые тоже очень-очень необходимы, когда вы худеете, да, для того, чтобы поддержать ваши кости, да, кожу, для того, чтобы у вас, как бы, когда человек худеет, да, он теряет не только жир, но он и теряет еще и полезные вещества, выходят из организма при худении, да, получается, что когда вы худеете, вы не даете своему организму в этот период, да, все, что ему нужно, и происходит, так сказать, организм начинает брать то, что ему нужно, из резервов, да, он начинает брать из кожи, из ногтей, да, костей, необходимые ему вещества, в том числе и минералы. Поэтому, когда человек худеет, ему очень прям необходимо принимать минералы, да? Туда как раз в Body Mission входят минералы, а также входит туда чай для похудения, то есть он очень вкусный, даже, можно сказать, немножко сытный. То есть после еды, если вы вдруг не чувствуете сытость, такое может быть поначалу, да, потому что вы, допустим, еще не привыкли к этой еде, вы можете чуть-чуть чувствовать такое, что вы еще голодные, но поверьте мне, через 10-20 минут уже чувство голода проходит. Можно еще попить этот чай. Этот чай можно пить хоть целый день. Вот, во время того, как вы худеете, да, вам обязательно надо пить как можно больше воды. Вы можете и воду, и чай, это все совмещать, да, друг с другом.
Также в Body Mission входит протеин. Это наш такой напиток, да, который пьется перед сном. Протеин пьется для того, чтобы еще дополнительно во сне вы худели, сжигали калории. Это первое так направление, да, протеина. Второе направление протеина – это во время похудения защитить мышцы, да, чтобы мышцы не уходили. Потому что часто так бывает, что когда человек худеет, у него уходит и жир, и мышцы уходят, да. Когда вы принимаете протеин, то ваши мышцы не будут худеть. Но это не значит, что вы там качком станете, да? То есть это не тот протеин, который для бодибилдинга, допустим, когда вы там мышцы накачиваете. То есть у вас мышцы, естественно, расти не будут, да, от этого протеина, но мышцы будут у вас, так сказать, то есть вы не будете худеть в мышцах, да, у вас будет только уходить жир, но мышцы у вас останутся нетронутыми, так сказать. В чем еще плюс нашего Body Mission для похудения? В том, что когда вы худеете, да, бывает такое, что какая-то не совсем, да, дряблость кожи появляется, да, обвислость появляется. В общем, бывает такое, что люди вроде хотели похудеть, хотели стать красивыми, в итоге похудели, а испортилась кожа, да, там обвисшая стала. То в данном случае наши продукты, так как они очень насыщены всякими минералами, витаминами, они просто не дают организму так обвиснуть, да. То есть вы, когда худеете, у вас еще и подтягивается, да, кожа. Кожа подтягивается, мышцы за счет протеина, да, они более становятся такие, то есть подтянутые, да, более упругими становятся. Так, по-моему, я все сказала про продукты, то, что входит в Body Mission, да, чтобы вы понимали. Я знаю, что некоторые уже пробовали, но очень многие не пробовали. И целая программа у нас длится 28 дней, да. Нашими продуктами вы заменяете два приема пищи. То есть вы можете утром кушать что-то из Body Mission. Это может быть коктейль, это может быть мюсли, как я делала. Допустим, в обед я ела то, что я хотела, вообще не ограничивая себя вообще ни в чем. То есть один раз в день вы можете есть все, что вы хотите, абсолютно все. Да? Даже сладкое. У нас даже такое было. Когда сладкоежки не могли себе отказать, и в обед они ели сладкое, но тем не менее все равно они худели. Вечером вы едите тоже что-то из Body Mission. Это может быть суп. В моем случае это был суп. Я очень любила вечером карри. Индийский карри суп есть. Он мне действительно очень понравился. Он был сытный. И вот как-то вечером он мне шел. Да? Еще у нас есть батончики, которые тоже временами я ела вечером. Да? Вот. Итак... Итак, длится, да, наша программа 28 дней, как я уже сказала. Что же будет в челлендже, о котором я недавно только заявила, да, Аврель? Челлендж — это будет собрана группа людей, да, из тех, кто хочет похудеть. У нас будет собрана группа. В этой группе мы будем вас мотивировать. То есть в этой группе будут... эксперты, которые будут давать советы по похудению. У нас будет специальная программа. С первого же дня вас будут вести по программе. Да, как, что кушать, как первые дни питаться, как дальше питаться. Да, будут советы экспертов по питанию. Будут также рецепты туда выставлены, да, что можно приготовить, да, допустим, вот один раз в день вы можете что-то готовить сами, там будут рецепты, всякие разные, также рецепты, которые можно сделать с Body Mission, тоже наши супы, их не обязательно есть просто, вот развел водой и все, да, туда можно действительно добавлять что-то еще, какие-то другие ингредиенты, и тоже будет... Ну, такие рецепты будут даваться в нашем челлендже, да. Также там будет каждый день у нас спорт, будет тренер, который будет давать вам упражнения на каждый день для улучшения эффекта, да. Вот. Также, конечно, мы будем друг друга мотивировать. По поводу конкурса, который у нас будет проходить, да,
Тоже поясню, что с самого начала мы будем себя мерить, измерять вес, параметры измерять, да, тело. А вот потом через какие-то промежутки будут это все заново измерять будем, да? И именно победитель будет выбран через 28 дней. То есть челлендж, программа, да, длится 28 дней. И через 28 дней будет выбран победитель, тот, у кого будут самые лучшие результаты. Самый, допустим, ну, больше вес сбросил, да, по параметрам, больше всего там в минус ушел, да? И этот человек получает от нас подарок. Как я уже заявила, это 350 евро, да, либо сережки от Dior, да? Вот, что касается челлендж, чтобы вам было понятно, да, что это такое. Вот я вам могу сказать, что я сама эту программу проходила, это было в январе. Да, я не сказать, что прям занималась тогда спортом, немножечко спортом я занималась, но в основном, да, в основном я худела на программе, вот на продуктах Body Mission, да. Могу сказать, что правда продукты очень вкусные, вот. Худеть легко, то есть, ну, никаких проблем у меня с худением не было, да. То есть я шла по программе, как вот у нас там тоже челлендж был, я шла по программе, делала то, что мне говорили, вот. И за месяц я похудела настолько, насколько я хотела. Я не гналась за большим, да, мне не нужно было сильно много сбросить, да. Я сбросила столько, сколько мне нужно было за месяц. И все, мне 28 дней, в принципе, хватило этого, да. Я там сбросила в районе 4 килограмм, это для меня нормально. Да, если вы хотите сбросить в районе 4-5 килограмм, вам одного месяца до 28 дней Body Mission хватит, да. Если вы хотите сбросить больше, там, допустим, 10 килограмм, 15 килограмм, тогда у нас есть программа Body Mission 3 месяца. То есть вы можете наши продукты взять сразу на 3 месяца. Но наша челлендж-программа, она длится 28 дней. То есть 28 дней мы будем вас сопровождать. Да? Следующие 2 месяца вы можете уже сами, ориентируясь на первый месяц, продолжать точно так же сами уже, да? Поэтому у нас есть вариант либо на месяц, либо на 3 месяца, пожалуйста, можете. Кто хочет больше похудеть, да, то, конечно, желательно на 3 месяца, потому что похудеть на 15 килограмм за месяц, ну, честно, это нереально, да? Я вам сейчас реальные цифры называю, что можно действительно похудеть на 4-5 килограмма, если следовать действительно нашей программе, если мотивировать себя, если не бросать, как некоторые могут там через неделю бросить, да, и тогда, конечно, не будет эффекта, не будет похудения, да. А что еще хорошего в нашей Body Mission программе в том, что у нас нет вот этого йо-йо эффекта, да, то есть вы похудели, и вы потом не набираете вес. Почему это происходит? Потому что вы правильно худели, да? Вы не так сказать, многие, когда худеют, они ввергают, так вводят свой организм в стресс во время похудения, да? Потому что не дают им достаточно питательных веществ, там, допустим, или сильными нагрузками физическими просто износят свой организм, да? И в итоге организм попадает в стресс. Он, конечно, худеет на фоне этого, но потом все это обратно возвращается. Все, что вы сбросили, так сказать, неправильной диетой, в стрессе, вы потом это все набираете. То есть Body Mission такого нет, потому что вы абсолютно без стресса сбрасываете, абсолютно правильно, и это хорошо для здоровья. Теперь я хотела бы сказать, как вы можете это наш Body Mission приобрести, да? Какие у нас сейчас есть варианты? То есть сам Body Mission, да, сет можно приобрести на 28 дней, либо на 3 месяца, как я сказала, да. Также есть варианты для того, чтобы улучшить эффект, да, у нас можно взять, что в Excel-ку, то есть курс для обмена веществ. Это алоэ вера и минералы, да. В данном случае с Body Mission уже входят минералы, да, то вам для обмена веществ нужно только алоэ вера взять, да, для того, чтобы стать партнером,
нашей компании вам нужно взять алоэ вера. И тогда вы нашу программу Body Mission получите с 30% скидкой, как для партнеров. То есть, ну, это очень выгодный вариант на данный момент, да. И на данный момент наша челлендж-программа именно так и состоит. То есть, если вы хотите в нашу челлендж-программу попасть, то вам нужно стать партнером компании, да, потому что это проводится для партнеров. А для того, чтобы стать партнером компании, вам нужно приобрести либо просто Body Mission, либо приобрести курс для обмена веществ плюс Body Mission. Но самый дешевый вариант — это курс плюс Body Mission сайт, да? Потому что тогда вы получаете Body Mission дешевле. Вот. Какие у нас есть варианты, я вам еще в сторис покажу, да, чтобы было понятно, что так, о чем я и говорю, да, и сколько это будет стоить. Вот. Поэтому смотрите еще мою сторис, где я еще покажу вам возможности, как вам приобрести наш Body Mission. Курс для обмена веществ, да, и вы тогда попадете к нам в нашу челлендж-программу на 28 дней, сможете похудеть, еще получить подарок. Так, на этом все, спасибо вам за внимание, и пока!